Всем привет! Сегодня у нас 15 сентября. Вот такая вот погода у нас, пасмурная, с тучками. Курочки у меня гуляют на улице. Ну, в огороде уже все убрали. Немножко капусточки осталось вон. Немножко в этом году у меня мало капусты из-за килы. Вот. И мы купили поросюшек. Вот. Они у нас уже месяц. Больше, наверное. Нет, месяц. Вот. Им где-то 3 месяца. Вот. Это боровочек. Это свиночка. Взяли мы по объявлению, ездили на машине домой за ними. Взяли мы их по 2500. Вот, ну вот боровка. Взяли мы их на мясо, конечно, потому что это от одной свиноматки. А вот кормлю я их сухим кормом и вареной картошкой. И вот они у меня, я вот переживаю вот эти цветы. Ой, переживаю, эти цветы не ядовитые. Вон они мне как и хряпают. Вот, ну, в общем, вот такие вот у нас поросюшечки. Я их выпустила. Думаю, пока такой грязи нету, сильного дождя и холода нету, в огороде ничего нет. Думаю, пусть они это. Но они, правда, ковыряют везде. Но я думаю, это не страшно, потому что все равно везде вот трава. Они вот так ковыряют. Здесь вот мы короб разобрали, а в коробе я собирала. Раньше говорила, что разные вот эти палочки, это кору от этих, от сосны. Вот. Ну, в общем, было сухо, я собирала, и мы сжигали их в этой бане, в печке. Вот. Ну, так это достаточно холодно. В Яндексе написано плюс 8. Вот, у меня цветут розочки. Вот, очень жалко. Прям так вот этот кустик вообще весь расцвел. Такой красивый. Вот. Такие вот розочки красивые. Издалека не видно, белым передает. Вот такие вот они розовенькие. Некоторые отцветают уже. Вот такие розовые розочки. Красивые. Вот. И еще одна роза у меня цветет. Вот она у меня весной никак не хотела цвести. А сейчас она у меня расцвела. И вот такие вот розочки. Красивые тоже. Укрывать их еще рано, конечно. Они сопреют. Мороза еще нет. Вот. Цыплята у меня закрыты в сарае. Здесь холодно на улице. Пока тепло было. Вот такая красота. Пока тепло было, я их закрывала в этот, в теплицу. Вот сейчас открыла там дверь, чтобы курочки. Там корма много, чтобы курочки заходили и кушали. Вот. И там у меня в сарае сидят цыплюшечки мои. Вот здесь открыта дырочка. Куда лезешь? Иди отсюда. Вот. И, в общем, мне поросята туда-сюда ходят. Вечером заходят, я их закрываю эту дырку, чтобы они не вылазили. Вот дала им картошечку вареную. Вот они ее не доели. Варю большую кастрюлю им. Вот так стоит корм сухой. Зерно даю, отруби у меня пока есть. Вот, и тыква. Даю тыкву, они хорошо. Часть здесь сложила, часть дома. Вот, встала. Вот так вот они, значит, не доели. Воду я сливаю. Вот, и сухой корм у меня тут так. Когда кушать что-то захотят, они у меня сухой корм немножко. И в кастрюле стоит вода. Вот я еще сегодня не поменяла. Ну вот просто в кастрюле ставлю им чистую воду. У меня еще здесь в ведре вода стоит. Козюлечка. Еще здесь чистая вода стоит в ведре. Ну, в общем, попьют. Нам на улице тоже стоит вода. Вот здесь у меня цыпляточки мои лазают. Вот ящик. Я закрываю, фанеру ставлю, чтобы у них потеплее было. Но вот на день я решила их сегодня
выпустить. Здесь вот кожурки им ставлю. Водичка стоит в кастрюльке. Вот. Ну, вот так, в общем. Здесь, конечно, немножко прохладновато для них. Ну, ничего. Вот они так лазят. Потом я их попозже загоню. Закрою вот этот ящик, чтобы им, у них лапки не мерзли. На полу я им поставила вот такие бревна. Вот. Сварила рис этим поросяточкам, немножко дала на пробу. Они его даже вообще есть не стали. Пришлось принести, вон сегодня в тарелочке поставила. Вот. Ну, в общем, вот так подняла им, чтобы потеплее было, чтобы ножки не мерзли, лапки. Вот. В общем, вот так вот бревнышки положила. Ну, так вот они у меня сегодня чуть-чуть вот здесь полазают. Вот. И вот эти цыплят, которые вот второй выводок, они вообще все болеют, вздыхают. А первый выводок мои, которые цыплят, они вот хорошенькие, вот рыжие, которые вот побольше, они прям ничего. Ну, холодно здесь, прохладненько. Я не сказала, что холодно, но прохладненько. Вот так вот они у меня проживают. У меня, значит, куры всегда подъедают. Я вот эту вот картошку, которую они не доедают, поросята, я, значит, им перекладываю из кормушки в это, в другую чашку и ставлю курам. И у меня выходит безотходное такое производство. Вот у меня курочки подъедают это, вот эту всю картошку, можно сказать, съедают. Вот. Ну, там вот темно, если туда пройти. Здесь они, поросята, они вот писают, какают в одно место. Вот здесь, в угол. Вот. И здесь у меня подстилка, но здесь темно, не видно. Здесь надо фонарик брать. И вот там в углу они еще, вот у них туалет. А вот здесь вот они спят. Здесь у меня подстилка, трава. Фонарик не взяла. Ну, ладно. Вот. Ну, в общем, вот так вот у меня курочки подъедают за поросятками. Вот эту картошку, картошка, которая вареная, остается, съедается вся. Что поросята не доедают, съедают у меня куры. Они прям с удовольствием кушают. Здесь тоже у меня стоят вот немножко отруби. Вчера я ставила, сегодня не дала. И немножко пшеницы. Вот они у меня подошли, кушают. Да, пиратик? Подошли, кушают. Вот пошли там рыть. Вот. В общем, вот такие вот поросюшечки. Я их мерила по таблице. В общем, где-то получается по таблице сантиметром мерила длину и обхват. И посмотрел. Ну, по таблице 28 килограмм. Что свинка, что боров. Они одинаковые. Вот. В общем, измеряла их по таблице, сколько они, потому что у меня весов нету их взвешивать. Вот. Ну, где-то 28 для трехмесячного поросенка, 28 килограмм. Вы знаете, вроде пишут нормально, но не знаю, посмотрим. Вот так вот они у меня носятся. У нас так красиво. В общем, вот так вот. Залез виноград девичий. И так жалко его оттуда убирать. Но он прям залез туда. И вот так вот красота такая. На окошке прям затенило. Очень красиво. Но зимой я не знаю, убирать его или оставить. Даже не знаю. Мои хрюндели лазят. Это я. Вот. Всем привет. Я хожу и там вообще дома сейчас сижу, домашними делами занимаюсь, но я хожу, посматриваю за ними, потому что я боюсь, что они подроют, убегут еще. Но пока здесь у нас площадь большая, вроде бы они даже к забору близко не подходят. Так вот им хватает везде травки. Вот. Хватает им. Вот они травку кушают, роют. И корм вот я им еще. Сейчас еще подсыплют. Я вчера насыпала, сегодня еще не сыпала. Вот опадают листья уже.
у груши. Вот. Вот так. Насыпала вот им корма. Дерутся. Не дает. Не дает. Не дает. Не дает. А, не дали тебе, не дали. Ведро залило. Там подберет. Ну, сейчас отойдет в сторонку, покушает. Так вот. Да, да, да. Не дали покушать и не дали. Придет сейчас ведро нам немножко насыпать. Что делает? Не дает. Сейчас я им отсыплю немножко. Отсыпала немножко. Вот одна из ведра кушает, а он вон в кастрюле. У них корм в этом сарае стоит, но я так иногда им ставлю. Они вот так побегают, кушать захотят. Немножко покушают. Чуть-чуть позже хочу им запаривать зерно. Пока вот сухое даю, хочу попробовать запарить, как они, я смотрю, как кушают, что кушают. Вот, ну, в общем, вот так вот. Поспевают яблочки. Это осенние яблоки. Я вот их кушать не могу, они кислые. Вот, и хочу показать. Я здесь у кроликов. Вот, кролики наши подрастают. Вот. Это самец. Здесь тоже. Здесь самец. Мы клетку вот так вот открыли, здесь досточки. Он, чтобы бегал, потому что самец большой. Вот такой. Вот. Вот так водичка стоит. Всех я покормил, всем дала зерно. Я кормлю каждый день их зерном. Клетки закрываем, забиваем, потому что сейчас уйди. Я пирату говорю. Вот, потому что сейчас вот здесь вот решетки были. Сейчас будет снег, холодно, дождь будет, с ветром заметать. Вот забили. И здесь вот там только немножко вон осталось. Сила мужа, чтобы рассадил самку от самцов, самки от самцов. Вот они уже большие, их надо рассаживать. Поставила им зерно, а они мне вот все рассыпали. Вот это для них очень маленько, для 5 штук. Вот, ну, в общем, надо теперь смотреть, где самка, где самец, их обязательно надо рассадить, а то принесут приплод, а приплод сейчас, конечно, не нужно. И они потом еще маленькие. Вот. Ну, на этом, наверное, все. Всем пока-пока.